Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск. На сегодняшний день и группа компании Skyway. У нас пятничный вебинар, закрытие 9-го этапа, открытие 10-го этапа. Много-много новостей, много вопросов, на которые надо ответить прямо сегодня. И поэтому, дорогие друзья, отвечаю на вопрос милых наших партнеров, милых наших дам, что мы не начинаем никогда вовремя, я никогда не начинаю вовремя, никогда. Наверное, это может быть неправильно, я не знаю, но вот так как бы получается, что у нас российский менталитет такой, что мы всегда немножко запаздываем. Не знаю почему, но так оно есть на самом деле. Поэтому это у меня норма, наверное, что мы начинаем вебинар, я объявляю всегда там 40-минутную готовность, потом там, не знаю, 30, 20 и так далее, и так далее. В какой-то момент мы начинаем. Но не более чем максимум 5 минут после официальной цифры, скажем так. Поэтому будьте, пожалуйста, немножко снисходительны к этому вопросу, либо же, если вы сильно заняты, то слушайте это в записи. Итак, дорогие друзья, ставьте какой-то ролик. Хорошо, Наташа, я буду действительно это иметь в виду, но по поводу роликов я, к сожалению, вот не осваиваю эту комнату по одной простой причине, что у нас еще много комнат, где мы работаем. Работаем и работаем именно по нашей программе по Skyway, это и авторские вебинары и так далее, и так далее. Поэтому, вот как бы не осваивал. Наверное, это минус, и надо это тоже делать, но, наверное, у меня другая задача, все по-другому немножко, поэтому я прошу немножко прощения, Наташенька. Вот. По поводу роликов, всего остального. Мы все разные. Это у меня авторские вебинары свои, и пусть они будут пока такие, пока. Но я буду изучать. Честно скажу, буду изучать, буду стараться делать все это лучше. Итак, дорогие друзья, пятница. Сегодня у нас закрытие, окончательное закрытие, вернее, оно вчера еще было закрытие 9-го этапа, и скопилось очень-очень много вопросов, на которые надо получить ответ сегодня. Но я, знаете, я начну, наверное, не с ответов на вопросы, а начну с того, что вот у меня список новостей, которые я объявлю чуть-чуть позже. Я сейчас хочу просто-напросто вам кое-что сказать. Я только что общался буквально несколько минут назад и с руководителем нашего фонда Capital, это Евгений Кудряшов. Буквально последняя информация была у меня от... Только что тоже общался с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем. Они находятся с Виктором Игоревичем Бабурием, находятся в Праге. Завтра будет, знаете, да, большая конференция в Праге, расширенная конференция, просто очень большая конференция. И то, что мне позволено озвучить, в хорошем смысле слова позволено озвучить, я это озвучу и дам свое видение того, что происходит. Итак, 9-й этап у нас завершился окончательно и бесповоротно, и вот именно вот эти новости мы сейчас с вами обсудим, и я отвечу на вопросы, а вопросов у вас у всех скопилось немало, почему даже по своей структуре, там в несколько десятков тысяч человек я вижу, что много таких вопросов, которые, ребят, не спешите вопросы задавать, я скажу, когда... Да, Анатолий Коломейцев, все с переходом 10-й этап, они вопросов о тех, как можно будет использовать акционный счет. Да, я отвечу на все эти вопросы, сейчас отвечу. Итак, дорогие друзья, многие спешат, и то, что я сегодня озвучу, что сказал, мне передал, это его видение, это Сергея Анатольевича Сибирякова, видение того, что переход на следующий этап может быть уже в октябре месяце. Вроде как здорово, да, кто скажет, что переход на 11-й этап в октябре месяце – это хорошо или здорово? Напишите мне, да или нет. Хорошо это или, может быть, не очень? Переход на 11-й этап буквально в октябре месяце. Напишите, да или нет? Напишите. Напишите, да или нет? То есть переход на 11-й этап. А потом в ноябре месяце переход на 12-й этап. И буквально в декабре месяце мы вообще закрываем продажу акций корневой системы. Хорошо это или нет? Вот напишите, да или нет? Да или нет? Пишите, да или нет? По поводу планомерно, непланомерно, мы сейчас тоже это обсудим. Вы говорите, супер, здорово, замечательно, чудесно, ребята. А вот у меня мнение другое. Лично мое мнение другое. Не только лично мое мнение, но и, допустим, мнение Виктора Тарасова. И, кстати, и, в общем-то, и по большому счету, и Виктор Игоревича Бабурина, спешить не надо.
для нас, тем более, для нас, для партнеров, кто активно этим занимается, для нас не есть хорошо, как можно быстрее закрыть. У нас есть шанс еще заработать или приобрести как можно большее количество акций. При этом не надо загоняться, не надо там быть алчным, жадным, что-то такое. Но у нас шанс. И этот шанс надо продолжить как можно, я лично считаю, как можно дольше, чтобы он продолжался. По одной простой причине. Момент выход на IPO, вот здесь я однозначно сейчас скажу фразу, кто присутствует уже на вебинаре, у нас почти 100 человек, что, дорогие друзья, вы понимаете, что такое выход на IPO? И какая должна быть подготовка к этому проделана? Для того, чтобы мы вышли на IPO, и одна акция у нас стоила бы $1. То, что у нас озвучено, и это будет в любом случае. Я вам показываю свою любимую дощечку. Видите, скажите мне, видно ли мне, что у нас на сегодняшний день уже с переходом на 10-й этап, у нас в среднем одна акция стоит $0.01. Ребята, всем это видно? Напишите, да, видно или нет. Одна акция – это $0.001. Поставьте плюсики, может быть. Одна акция на сегодняшний день у нас стоит, вот сегодня при переходе на 10 этап я взял средний дисконт 200. 200, то есть без подарочных, без всего. В среднем у нас одна акция стоит $0.01. Конечно, хочется, чтобы мы закрыли быстрее вход в корневую систему, и как бы у нас все, уже у нас одна акция – $1. Одна акция – $1. Да, ну, фактически 1 цент, абсолютно верно, Зеркало. 1 доллар – это 1 цент. Одна акция – 1 цент. Все кабинеты уже работают, можете зайти все посмотреть. Единственное, что у нас еще не работает, но Евгений Кудряшов буквально сказал вот мне 20 минут тому назад о том, что сегодня, в крайнем случае завтра утром уже функция, это очень важная функция, сейчас я уже к новостям как бы параллельно перехожу, это наша статистика откроется, ее сейчас готовят, все делают, либо сегодня ночью, либо завтра утром статистика откроется. Это для меня и для активных партнеров это очень-очень важно, видеть свою статистику. Почему? Ну, я это объяснять на сегодняшнем вебинаре не буду. Но это очень важно, видеть свою статистику, свою структуру и какие движения, какие объемы у вас проходят по вашей структуре. Так вот, одна акция – $1. А люди говорят, давайте скорее закроем, скорее. Вот 10-й этап, 11-й, 12-й, все, закрыли, все, вход в корневую систему закрыт. Больше вы ни одной акции приобрести не сможете. Дальше мы ждем выхода на IPO. По аналитике, вот я слушаю в интернет вот массу хороших, прекрасных ребят из фонда Анатолия Федоровича Хавратова, с нашего Capital, с головной компании, вот отовсюду абсолютно, от Сименса, с Армении, то есть аналитика, что мы выйдем вот тогда-то на IPO, мы выйдем тогда-то на IPO. Примерно, даже примерно сложно сказать, но слушать-то, ну, как бы, как говорит Виктор Тарасов, это действительно, это финансовый гений. И инженер Юницкий, Антон Данович Юницкий, он гений в инженерной мысли, а Тарасов, он гений в финансах, он действительно подтвержденный гений в финансах. И он говорит, что выход на IPO, самое правильное время, это начало нового кризиса. Начало нового кризиса. И вот я почему вас говорю, ребят, ну приходите, задавайте самые каверзные, самые крутые вопросы Тарасову, и он на них отвечает. Почему? Потому что как бы он больше, Виктор Тарасов и Магасу Магузель, больше занимаются вопросами инвестиционной грамотности, финансовой грамотности, чтобы вы знали, что такое акции, облигации, что такое рынок недвижимости. Сейчас в ближайшее время будет рынок биткоин, то есть криптовалют и так далее, чтобы вы понимали хотя бы, что это такое. Но в еще большей степени нам важно в ближайшем будущем понимать, что такое, как работают акции, вот именно акции, даже не облигации, а акции, как они вводятся на рынок, сколько они могут стоить, как идет этот процесс и что может происходить на рынке. Вот это важно понимание. И исходя из этого понимания, это мое мнение, личное мнение, на основе той информации, которой я владею, потому что с этими людьми я общаюсь, как говорится, чуть не каждый день, что с этим спешить не надо, но это начало нового кризиса. Это не значит, что мы провоцируем кризис, но это
аналитика говорит о том, что примерно это конец 19-го, начало 18-го, начало 19-го года, возможно, 20-го. И здесь спешить не надо, и пусть, вот я бы хотел, чтобы тот же 10-й там этап длился, ну, несколько месяцев, потом 11-й этап несколько месяцев. Почему? Потому что у нас, ребята, есть шанс приобрести большее количество акций, но более чем выделено 60 миллиардов акций, больше эмиссии не будет, Анатолий Эдуардович Синицкий больше акций не будет продавать. Но у нас такой шанс есть приобрести большее количество акций. И то, что приходят более крутые инвесторы, и сегодня Сергей Анатольевич озвучил, это действительно для меня была такая новость, знаете, Сергей Анатольевич, если вы здесь, я вас приглашал на вебинар, то ручку нажмите, я вам предоставлю слово, что возможно, что переход на 10-й, на 11-й этап будет уже через месяц, максимум полтора месяца. Для меня это как бы не очень хорошо, но... Понимаете, появляются все более и более крупные инвесторы. Риски уменьшаются, соответственно, приходят все более и более крупные инвесторы, которые выбирают пакеты акций, крупные пакеты акций. А каждый пакет акций у нас на сегодняшний день это из 60 миллиардов. То есть вот было суммарно это 400 миллиардов, знаете, да? 400 миллиардов и 15% это 60 миллиардов акций. Так вот, из этого вот этот пакет у нас выбран уже более чем на 60%. Даже я бы сказал, на 70%. Более чем на 70%. Соответственно, если продадутся следующий пакет акций, ну, раньше, значит, соответственно, и переход будет раньше. А хочется, чтобы это продлилось до того момента, чтобы мы закрыли вход в корневую технологию, продажу акций, и буквально тогда, ну, через полгода, через год мы выходим на IPO. Вот это было бы супер. Это было бы супер. Хотя для заработка внутри системы, дорогие друзья, это и технологии блокчейн, и рынок своих криптотехнологий, я не скажу, что криптовалют, но сейчас говорю как криптотехнологий, он даст нам возможность еще зарабатывать огромные деньги. Я сейчас не говорю про адресные проекты. Почему? Потому что это как бы отдельная тема. Это Володя Маслов великолепно проводит вебинары, поэтому рекомендую присутствовать на их вебинарах. Плюс к этому завтра будет прямая трансляция из Чехии от Сибирякова Сергея Анатольевича и Виктора Игоревича Бабурина, то есть с этого грандиозного мероприятия. Поэтому тоже завтра приходите и слушайте. То есть вот я как бы обозначаю свою позицию. Плюс к чему я это все обозначаю? К тому, что опять же, как на прошлом вебинаре, мы с вами разбирали тему, что сейчас важно, где, во что войти, во что вложиться, даже небольшими суммами, для того, чтобы иметь шанс на взрывной рост наших инвестиций. Это рынок криптовалют. Я не буду сегодня задавать вопрос, сколько стоит сегодня биткоин. Вы можете, конечно, написать, но увеличение вашего капитала в 100 раз вот здесь, я думаю, что более реально, нежели на рынке криптовалют. А может быть, я не прав? Напишите, да или нет. В 100 раз. Во сколько раз может увеличиться цена биткоина или эфириума? Ну как бы, ребята, ну, анализируйте, смотрите, думайте. Мы создаем реальную технологию, не просто реальную технологию. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это не мои слова, но и мои тоже слова. Так вот, что выгодней? Во что, не то, что даже, вот, Наташенька, даже не то, что выгодней, а то, что во что вложиться не с целью даже получить денег, а просто, ну, я не знаю, мы немножко, наверное, ура-патриоты, не только нашей страны. Каждый из ваших стран, которые у нас представители разных стран, начиная, я не знаю, ну, представляете, 200, ну, практически весь, все страны мира участвуют сейчас в наши инвестиции, вкладывают в наши технологии. Все страны мира. Мы не, строй Skyway, спасай планету, дай дорогу в мир транснету. Это нечто. То, ради чего стоит жить, может быть. Да, Людмила тоже абсолютно права. То есть, будет или не будет, вот все это под вопросом, криптовалюта будет. Но она будет, я считаю, что однозначно, лично я считаю, однозначно будет. Только когда у нас будет реально гигантский бизнес,
И этот бизнес, в этот бизнес, как я в шутку говорил, помните, я говорю постоянно, напоминать будет постоянно, чтобы потом не говорили, почему Мирошниченко там с Магосумовой Гузель выставили все свои чебуречные на всех наших пересадочных станциях. Я шучу, но эта шутка имеет долю правды. Почему? Потому что нам без разницы, какой валютой, криптовалютой, реальными деньгами будут платить люди за то, чтобы ездить на нашем транспорте, для того, чтобы перевозить грузы, для того, чтобы приобретать пакеты акций, адресных проектов. Нам без разницы, в долларах, в иенах, в биткоинах, в ликоинах, в единоаркоинах, какая разница? Вы будете платить за то, чтобы пользоваться нашими технологиями. И это, вот это кто это будет платить? Это 90% людей на планете. Повторю, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделал Цифинсон, Форд и Боинг. Это самые крупные, самые капитализируемые отрасли. Это железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт и авиация. Сюда же можно присоединить и морской транспорт, и, ну, как не просто так, Алмаз Антей тоже подтвердил, оборонное предприятие всего мира, заинтересованы в нашей технологии. Почему? Об этом Сергей Анатольевич Сибиряков очень много рассказывает. И завтра на... Ну, завтра, наверное, не будет об этом он говорить, потому что будет это в Чехии конференция. Приходите и слушайте его, не вебинар, а его выступление. И Виктора Игоревича Бабурина. Это вот я о том, что это такое. Еще раз вам показываю. Одна акция на сегодняшний день, с сегодняшнего дня, в среднем у нас стоит 0,01 доллара. Что будет через месяц, через полгода, через год? И вот мы как раз подходим к тому моменту, когда я как бы немножко вас, ребята, хочу завести, в хорошем смысле слова завести, как у меня очень милая молодая девочка открыла свой канал на YouTube, и она активный партнер Skyway, и когда им молодые люди там написали, ну что вы там говорите про свой Skyway, вот биткоин за 3 года вырос в цене там в десятки раз. И она очень молодец, она ответила очень просто. Давайте вернемся к этому разговору через 3 года. Когда я скажу вам, наверное, или кому-то скажу, ну что там ваша кайт-технология, когда наш Skyway за 3 года увеличился цена акций или ваших активов увеличилась в 1000 раз или в 10 000 раз. Ну я говорю так условно. Но это так может быть. Мои слова, как правило, вот как они материализуются, наши слова, наши действия материализуются, наши мысли материализуются. И мы это будем говорить. Мы это уже говорим, мы уже это делаем. Вот то же самое, просто осознайте. То есть, ну, вот этот риск, венчурность есть всегда и везде. Риски во всем. Я уж не говорю про то, что там сколько, 15-20 лет тому назад, что Сбербанк, наша страна Россия, я в России живу, говорю про Россию, что кинула всю страну, ну полностью, мы утром просыпаемся, денег вообще нет. Мы начинаем снова их зарабатывать, там просыпаемся, через 2 года денег все равно опять нет. О том, что банки рушатся, о чем вам говорить, вы сами слышите, да? Крупнейшие банки объявляются банкротами, задают вопрос, а где деньги, никто не знает. Где пенсионные деньги, никто не знает. Так вот мы создаем технологию, где каждый человек становится совладельцем крупнейшего бизнеса, независимо от России, от Белоруссии даже, от кого-то еще. Мы работаем по британскому праву. Смотрите договоры инвестиционного займа. Смотрите внутри кабинета. Ребята, не ленитесь. Не ленитесь, я отдельный вебинар, вернее, попрошу Володю Маслова, чтобы он это уточнил, провел такой вебинар, где полностью сделал бы разбор. Ребята, читайте документы. Все то, что есть в Беларуси, то, что создано, мы с вами создаем. И мы, каждый из нас, совладельцы какого-то болтика, винтика, извините меня, опоры, я не знаю, части нашего юнибуса, юнибайка и так далее. Мы владельцы всего этого. Ой, я смотрю сейчас, это, наверное, важно ознакомить всех тогда и захотят эти наши акции. Это значит, они пойдут в рост.
И теперь, дорогие друзья, немножко эмоционально все это как бы выпалил вам. А теперь по поводу новостей. Сейчас одну минуту, будьте внимательны. И я отвечу на вопросы. Вот сейчас начинайте готовить вопросы, только не спешите. Первое. Вы знаете, что смена этапа произошла. Все. С акционного счета у кого остались акции, то есть деньги на акционном счете, подчеркиваю, на акционном счете, независимо от того, где, в какой, в каком фонде вы находитесь, вы можете в течение ближайших 7 дней приобрести пакеты акций в самом низу, в Capital я знаю, что в самом низу с теми условиями, которые были на 9 этапе в течение следующих 7 дней. Дается 1 неделя. 7 дней. При этом, если вы захотите, у вас не хватает денег до какого-то пакета, вы можете их добавить с бонусного или с основного счета, но при этом надо связаться с техподдержкой. Это будет сейчас отдельный, такая там будет значок. Приобрести акции по условиям 9 этапа. Не спешите сейчас сразу, не грузите сайт. Почему? Потому что выставят в любом случае, они будут завтра, послезавтра, еще неделю доступны. И спокойно приобретайте эти акции. Если вам надо добавить какую-то сумму, вы можете добавить туда. Если вы хотите приобрести чисто с акционного, вам ничего не надо, никуда обращаться, просто приобретайте по тем условиям, которые у нас были на 9 этапе. Это первое. Далее. А сейчас наиболее, наверное, такой болезненный вопрос. Болезненный в хорошем смысле слова. Кто зарегистрировал людей 21 числа, я подчеркиваю, даже не 19, а 21 числа, и завел деньги, но в 18.00 сайт обвалили. И они смогли эти деньги провести по тем условиям, которые были на 9 этапе. Скажите, такие люди есть или у вас, или вы сами такие есть? Просто напишите «да» или «нет». «Да» или «нет». Кто зарегистрировался и не успели это сделать? Кто зарегистрировались 21 числа, то есть вчера до 18.00, 18.00 по московскому времени, примерно там плюс-минус, может быть, 10-15 минут, все обвалилось. Если есть такие люди, дорогие друзья, или у вас, или вы сами такие есть, пожалуйста, обращайтесь в техподдержку. Они проверят все ваши данные. Если деньги были заведены, но вы не успели их проплатить по тем дисконтам, которые были на 9 этапе, вам помогут все это сделать. То есть это не то, что вина компании, это не вина компании, это... Это, то есть мы объявляем о том, что это вы можете сделать. Но еще раз подчеркиваю, для тех, кто были зарегистрированы ранее и деньги были заведены до 21 числа, до ночи включительно. А точнее до 18.00, потому что после 18.00 по московскому времени, по-моему, никто уже не мог ничего сделать, так как если зарегистрировали, Галина, и не успели завести деньги тоже, а индивидуально обращайтесь в техподдержку, либо, ну, если вы у меня в структуре, обращайтесь ко мне, либо же к вашим настоящим спонсорам, они вам помогут все эти вопросы решить. То есть у нас это все нормально, и Евгений Кудряшов сегодня, буквально вот 40 минут тому назад, час тому назад, подтвердил, что я это могу озвучить. Вот, в корневой. Да, в корневой то же самое. В корневой то же самое, ребята. Действует, то есть льготное в течение недели действует. Так, сейчас секунду с вопросами, секунду подождите. Так, Баяна, у двух просрочников аннулированы срочки, купили пакет по анакционных условиях, хотя оплачивают 8 месяцев из них, как им восстановить, если сносить. Не совсем понимаю. Так, вот, Баяна, если что, обращайтесь, ну, может быть, ко мне даже обратитесь, мы посмотрим кабинет, покажете кабинет людей, либо же свяжитесь с техподдержкой, покажите кабинеты, сделать функцию там, показать, поделиться экраном, покажите кабинет этих людей, я думаю, что этот вопрос тоже будет решен. А если зарегистрировался, они успели передать по внутреннему счету, смог войти в кабинет. Николай, вот как раз я это и озвучил. Если они прошли регистрацию, не успели завести
не успели завести. Это не значит, что человек прошел регистрацию 2 года тому назад, а теперь не успел завести. Но мы все понимаем, что, ребята, не надо лукавить. Не надо лукавить. Но если они были зарегистрированы буквально вот вчера вечером или позавчера, условно говоря, и не успели завести деньги, покажите кабинет, дата регистрации, все, поможем все это сделать. Тем более, что ну, по нашему региону, как говорится, Коль, ты меня знаешь, да, я помогаю всем и стараюсь эти вопросы решить. Но сам проверяю всегда обязательно. Поэтому вы тоже, как спонсоры своих людей, пожалуйста, это проверяйте. То есть не надо лукавить и давать максимальные дисконты тем людям, которые спали 2-3 года, а теперь видят, что мы выходим скоро на IPO, условно говоря, и они говорят, дайте мне, пожалуйста, дисконт 1600, а может быть 1500, как было там 3,5 года тому назад. Ну, этого, конечно, не будет. Далее, вознаграждение, по поводу вознаграждения, вопросы тоже задавали, по поводу вознаграждений, тот план, то есть агентские вознаграждения остались все такие же, как есть, все проценты, все абсолютно осталось, поэтому здесь, ребята, никаких изменений не существует. Далее, дисконт 1600, дисконт 1600 сохранился абсолютно у всех, и он будет сохраняться, скорее всего, как была договоренность с Надеждой Косаревой и с Антоном Давыдовичем Минским, до самого конца. Ребята, у кого дисконт 1600? Я знаю много людей, у которых есть этот дисконт, но они остановили свои рассрочки, больше не берут акции. Ребята, ну просто покажите им, что происходит, заставьте их посмотреть новости. Новости, смотрите новости, заставляйте своих людей смотреть новости, чтобы у них планка упала в конечном счете, не в плане даже алчности, жадности, а что помогите технологии сегодня, и технология поможет вам завтра. Поэтому, дорогие друзья, всех своих людей поднимите, просмотрите, дисконт 1600 сохраняется и будет сохраняться до самого закрытия входа в корневую технологию. Когда будет дисконт 1 к 10, у вас будет шанс. Дисконт 1600. Но это тоже не будет бесконечно, так как уже предложение такое появилось, что те, кто остановил дисконт проплаты там по 1500 рублей в месяц, при этом у них пакеты акций 150 тысяч, ребята, ну о чем говорить? Если они будут чего-то ждать, выжидать, в конечном счете, может быть, на 11-12 этапе, вот, будет такое условие. Если вы приостановили, вот именно приостановили свои рассрочки по 1600, вам дальше такого права даваться не будет. Не будет. Просмотрите всю структуру, дайте шанс людям, чтобы они поняли, осознали, что это такое. Так, льготная покупка в течение недели с акционного счета действует в корневой. Да, везде действует, да. Просрочка, аннулирую рассрочку, купили пакет по акции, ну, было оплачено 8 месяцев. Баяна, выходите в личку, мне надо смотреть кабинет. А если зарегистрировались, они успели передать по внутреннему счету, так как не смог войти в... Николай, однозначно, я уже говорил, однозначно, этот вопрос будет решен. То есть они проплатятся по девятому этапу, условиям 9 этапа. Так, с 15 не смогла зарегистрировать новичка, смотивировано и все выбрасывало. Вот, Светочка, по поводу того, что раз вы не смогли зарегистрировать, все выбрасывали, что такое, вот это уже, ну, однозначно, это может любой человек, ну, это без обид, но согласитесь с тем, что это может любой человек назвать любого человека, сказать, что мы не смогли зарегистрировать, потому что нас выбрасывало. Ну, значит, вы опоздали. В хорошем смысле слова здесь опоздали. И сейчас 10 тысяч человек, 100 тысяч человек скажут, что мы не смогли зарегистрировать, а вот сейчас мы будем регистрировать, мы опять же обвалим весь сайт. Ну, то есть это неправильно, это немножко от лукавого. Хотя, может быть, это не от лукавого, и вы действительно не могли войти в кабинет. Но это уже, извините, это, как говорят, ваша проблема, ну, не ваша проблема, но так оно, ну, есть. Это уже не принимается. Вот, здесь, Светочка, пожалуйста, в этом отношении ни на кого, я думаю, обиды не должно быть. То, что человек не зарегистрировал, значит, извините, уже с поезд ушел. Так, поехали дальше. Какие бонусы будут обладателями памятных монет? Памятные монеты, которые все объявлены, они все будут. Обращайтесь к вышестоящим спонсорам. Кто, у кого я спонсор, скажем, я часто бываю в Москве, я забираю монеты, даже прилетаю, привожу им. И на общих сборах торжественно вручаю.
Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Василий, в кабинете моей срочки есть дисконт. Значит, берите обязательно. Обязательно берите с дисконтом 600. Ребята, берите. Будете потом сожалеть. Будете, вот очень будете сожалеть. Дисконт. Да, 1500 то же самое. Кто в этот же самый период. Внимание. Это было в декабре месяце 2015 года. То есть дисконт был 1600, потом 550. Каждую неделю, или даже там несколько дней дисконт менялся. Там, по-моему, до 400. У кого есть эти дисконты, они у вас в кабинете обозначены. Повторить на тех же условиях. Повторить на тех же условиях. Жмите и смотрите, и берите. Абсолютно. Так, у меня нет обид. Я мастер и верю в работу компании. Стыдно перед новичком. А почему стыдно, Светочка? Не надо стыдиться. Это нормально. Это нормально. Дисконт 1600, вернее, 1 к 100, или дисконт 1 к 80 или к 70. В чем проблема? Что? Это значит человек, извините меня, я бы сказал, что значит он либо алчный, либо жадный, либо он что-то обидел. Ну, так оно и есть на самом деле. Никого не надо обвинять, но если он верит в компанию, он будет брать и с дисконтом 100, и 50, и 40, и 10. Он будет финансировать технологию, потому что это все равно очень выгодно в финансовом плане, и тем более, что чисто идейно он поддерживает технологию. Это здорово. Где можно взять дисконт 1600? Этого уже вам сейчас не взять. Так. Открывать, Танюша, открывайте, но выплачивать одну срочку сразу должно начать. Нет, не сразу, но желательно сразу. Почему? Потому что вот это то, что я вам озвучил, это будет принято в любом случае. Те люди, которые приостановили дисконт 1600, соответственно, извините, а чего ждать-то? Подождать, когда вот завтра мы объявим уже выход на IPO, вы скажете, я открываю рассрочку 1600. Но это неправильно. Либо вы постоянно это соблюдаете, либо же, извините, 1500 рублей в месяц, такую минимальную рассрочку может открыть любой человек, я считаю, любой. Это, опять же, не осуждение, не призыв к действию, но подумайте об этом, задумайтесь, слушайте новости, понимайте, что происходит. Ребята, это самая главная мотивация – знать новости. Те, кто слушает новости, им уже не надо ничего доказывать, не надо мотивировать. Они сами понимают, что делают. Найдите новую мотивацию, рассрочки, и вы правы. Так, огромное спасибо. Да, Светочка, вот здесь по поводу того, что тех людей, которые... я опоздала взять с такой-то рассрочкой. Ну, хорошо, вот вам говорят, что вы можете увеличить, я там говорю пример, свой капитал там за 2 года в 100 раз. Вы говорите, супер, классно. И вдруг вы не успеваете, он говорит, но вы сможете увеличить только в 50 раз. Он говорит, нет, я не хочу тогда. Ради бога, не надо. И другое дело, когда человек понимает, вы участвуете в создании грандиознейшего проекта, который спасет миллионы жизней, спасет экологию на планете и так далее, и так далее. Он говорит, да я беру, я даю деньги для того, чтобы эту технологию создать. Он не думает о дисконтах. Вот подумайте, Светлана, и об этом то же самое. На что человек ориентирован? Чисто на деньги? Пусть идет в хайпы. Там можно даже больше получить. А может быть потерять. И скорее всего потерять. Дорогие друзья, если у вас есть еще вопросы, задайте их, я на них отвечу. Сегодня был непростой день. И мы сегодня действительно все абсолютно были в огромном напряжении. И не только мы, но прежде всего это наши программисты. Я с ними общаюсь постоянно. Это гигантское напряжение всего директорского состава. Это и можно перечислить всех. И Инета Аджана, Ирина Волкова, и Лариса Артамонова, и так далее, и так далее. Кстати, кто знает Гузельчику, значит, сегодня она вчера улетела в Питер, Санкт-Петербург, я вам такие новости открываю, меня ругать будет, продала она свою машинку, первую, купила вторую машинку, не сильно дорогую, в Санкт-Петербурге, почему, потому что там дешевле, сейчас она едет, она сейчас в дороге находится, по-моему, подъезжает сейчас к... Господи, как не Казани, не до Казани еще далеко, Череповцам там переночует, завтра двигается дальше, и в воскресенье будет у нас вебинар по финансовой грамотности. Вот, пожелайте ей хорошей дороги. Завтра Перископ, Юрочка, следим.
в новостях, следим в новостях за перископом. Сергей Анатольевич, он, по-моему, не с нами, он бы ручку поднял. Почему? Потому что мы с ним разговаривали буквально вот, ну, ровно час тому назад. Вот. Завтра будет потрясающая встреча, вебинар будет онлайн в Праге. И следим за новостями, выходим на Инстаграм, или как там называется, я в технологиях не очень соображаю, и слушаем новости. Новости будут действительно великолепные. Как идет сертификация состава? Олег, я сейчас застрелюсь. Ребята, ответьте, как идет сертификация? Информация чуть не каждый день по всем этапам сертификации. Олег, следите, вот просто посмотрите новости. Не просто идет, она несется, сертификация. Несется. Сейчас с 11 числа руководители сертификационного центра находятся в Марьиной Горке в Минске. И в течение 3 недель целиком проводят сертификационные работы. После чего нам будет выдан сертификат соответствия на городские и на облегченные трассы. Ребята, это супер. Можно вот так вот аплодировать то, что мы делаем, следить за новостями, видеоматериалы, те потрясающие отчеты. В гости Галина, я из Череповца, пусть заезжает в гости. Галина, ну, отпишите, она постоянно присутствует практически даже за рулем. Господи, Вайбер, у нее телефон там есть, все остальное, свяжитесь. Ну, не знаю, где она переночует там, но переночует в любом случае. В воскресенье, дорогие друзья, я всех приглашаю на вебинар финансовой грамотности. Это очень и очень важно. Плюс к этому, по поводу, дорогие друзья, прогнозов выхода на IPO, вот это невероятно важно. Я вижу это каждый день, обсуждение, анализ и так далее. И, ну, я, может быть, грубо скажу, но людей, которые в этом ничего не понимают, я бы сказал так, ни черта не понимают, в том, как это процессы происходят, когда это делается, тогда. Слушайте профессионалов, суперпрофессионалов, слушайте. И они даже говорят, что мы не можем сказать точно, но есть такая-то аналитика, определенная аналитика. Так слушайте профессионалов. А то я слушаю, кто только там, что только не говорит, там видеоролики выставляют, вот такой-то, такая-то стоимость акции будет завтра, послезавтра, послезавтра. Ребята, это бред полный. Это полный бред. То, что наши акции могут увеличиваться объективно в течение ближайших 10-15 лет. Долго, да? Хорошо, в течение ближайших 2 лет. В 100 раз я это могу сказать, ну, почти с уверенностью 100%. В 100 раз показываю, одна акция на сегодня 0,01 доллара. Соответственно, закрытие входа в корневую систему, одна акция, 1 доллар. Но продать ее, продать или получить дивиденды, дивиденды мы можем получить и раньше. Об этом отдельный вебинар будет. Но продать акции мы сможем только тогда, когда мы выйдем на IPO. А вот выход на IPO, это может быть конец 18-го, начало 19-го, возможно даже 20-го года. Задавайте эти вопросы профессионалам. Это, ну, прежде всего, у нас, наверное, это, ну, те, кого мы знаем, ребята, это Виктор Тарасов. Он независимый аналитик. Он не ура-патриот Skyway, в хорошем смысле слова. Ура-патриот — те, которые, сломя голову, несутся вот так, что говорят такое, что волосы дымом встают. В хорошем, тоже в хорошем смысле слова. То есть они ура-патриоты. Но такая, знаете, трезвая, холодная, здравая аналитика у Виктора Тарасова. Поэтому слушайте, Юрий, по поводу обратного выкупа. Замечательный вопрос. Вообще, вот это отдельная тема, которую озвучил и Виктор Игоревич Бабурин, и в то же время озвучивал Сибиряков Сергей Анатольевич. У нас есть фонды. В большинстве мы участвуем в фондах. Есть головная компания, есть фонд Ховратова Андрея Федоровича, есть фонд Capital. И пока что я это 100% сказать не могу, но... Если я вам покажу пример, вот просто пример, а вы задумайтесь. Я просто вам кое-что покажу. Смотрите, на сегодня, вот даже не на сегодняшний день, а вот я лично покупал первый пакет акций с дисконтом 1 к 1500. То есть на вложенный доллар, 1 доллар равен в момент выхода на IPO 1500 долларов.
А на сегодняшний день одна акция равна 0,01 доллара. То есть в 15 раз дороже, чем то, что приобретал я. И если компания скажет, а фонд скажет: Григорий Михайлович, мы предлагаем вам ваш первый пакет. Я просто говорю, ребята, пример, о чем Володя Маслов очень хорошо, грамотно объяснял. Мы предлагаем вам отдать свой пакет в 1 500 000 акций, то есть за 1000 долларов я там приобрел 1,5 миллиона акций. Отдать этот пакет акций, за который я заплатил 1000 долларов, отдать его за 5000. Ну, я говорю условно, за 5000 долларов. Говорю, замечательно, я за 3 года заработал 500%. Я отдаю его. У меня еще много акций, очень много. Я отдаю его, потому что мне нужны сегодня деньги. А компания, заметьте, продает вот этот пакет 1,5 миллиона акций. То есть, если нам разделить на 5, это будет по 300 тысяч акций, правильно? По 300 тысяч акций. А теперь, ребят, скажите мне, сами скажите, 300 тысяч акций, сколько сегодня надо заплатить долларов, чтобы получить пакет 300 тысяч акций? Просто посчитайте. То есть компания может продать 5 раз по 300 тысяч. Посчитайте, выгода и моя, и компании самая прямая. Это не значит, что так будет. Но я лично убежден, что такое решение в фондах будет принято. И будут определенные условия. Но это я не могу гарантировать, потому что я не руководитель фонда, и я не могу этим распоряжаться. Но я бы такой ход сделал. Очень аккуратно, грамотно. Но сделал бы это. Такой шанс у вас есть у всех. Так, дорогие друзья, еще вопросы. Так, зарегистрированного сына в капитал, зарегистрация, что это раньше не было, просто заполнял данные карты. Зарегистрировал сына. Если вашему сыну есть он совершеннолетний, регистрируйте отдельно. Если он несовершеннолетний, вы регистрируете его с личного кабинета. С личного кабинета. В кабинете сына должна быть карта сына, а не ваша. Абсолютно нет. Если он несовершеннолетний, то может быть ваша. А если отдельный кабинет, то только сына. Ребята, там написаны условия, внимательно читайте. Там очень просто, грамотно все это расписано. Итак, дорогие друзья, так, еще вопросы. Ну, я так понимаю, что больше особых вопросов нет. Сейчас, секунду, я немножко прокручу. Люди акционные свои сети, значит, произошла покупка, оформляется сертификат. Выкуп обратный, значит, уже не планируется. Все планируется, ребята, нужный выкуп будет. Да, так, Григорий, а если сегодня была запись, где посмотреть? Запись есть, я веду запись, ее скину. Сколько будет построено в Индии, исходя на сегодняшний контракт. Дмитрий, здесь по поводу хороший вопрос, сколько километров будет построено в Индии. Я не могу сказать по километражу, я знаю точно, и многие знают точные цифры. Это был контракт первый, заключен у нас на 926 миллионов долларов. И плюс к этому обозначен, уже четко обозначен контракт порядка 450 миллионов долларов. Дальше уже правительство Индии с момента начала наших работ в Индии планируют обозначить еще от 300 до 400 адресных проектов. Поэтому считайте вот такие цифры. Как вы знаете, такое есть выражение, замечательное выражение. Этому выражению придерживается и Виктор Игоревич Бабурин, и Виктор Тарасов. Обещайте меньше, чем можете, а сделайте больше, чем обещаете. Вот это важно понимать. Так, а там еще какая-то, так, зарегистрировать сына в Capital, стал продавец карта MasterCard, там еще какая-то регистрация, что это дальше не было. Так, ребята, вот по этим вопросам очень простой ответ, внимательно все читайте, и если там, если я сам задал этот вопрос по поводу вот это, то, что там появляется еще где-то зарегистрироваться, вот в самом верху, вот в следующий раз я вам покажу экран, наверное, или это Володя Маслов сделает, экран, и там есть
Visa, MasterCard. Россия, страны СНГ, Прибалтика. Вот делайте там. Там никаких проблем нет. Если вы ниже где-то выходите на MasterCard или на Visa, и там предлагают где-то зарегистрироваться, с левой стороны вверху кликните «Перевод на русский язык». Я подчеркиваю, слева на экране вверху там есть English, Russia. На русский язык переведите, и вы все поймете. Просто пройдите простейшую регистрацию и можете смело проплачивать деньги. Вот эти нюансы сейчас мы просим в головной в Capital, ну, прежде всего в Capital, я не говорю про фонд Хаврата, у них там все это немножко попроще, чтобы выставили информацию о том, как делать все это. Да, и обращайтесь в чаты, да, Наташа, спасибо. Обращайтесь в чаты, там вся, все разъяснения есть. Итак, дорогие друзья, я всех благодарю за то, что вы были на сегодняшнем вебинаре. С вами был Григорий Мирошниченко. Город Челябинск пока. Возможно, скоро я буду в Кургане, как обещал. Потом буду еще в Уфе. И там, я думаю, с ребятами из Уфы встретимся. И, ну, а в дальнейшем снова в Крым. Снова в Крым, то есть наша задача, моя задача, я уже полтора года практически в Крыму нахожусь, чтобы реализовывать там адресные проекты, как и мы лично этим занимаемся, и сейчас, возможно, будем заниматься совместно с Андреем Федоровичем Хавратовым, потому что он там тоже очень активно действует. Я всех благодарю, и до встречи на воскресном вебинаре «Уроки финансовой грамотности», Виктор Тарасов, Магасумова, Гузель. И хорошего всем настроения. Десятый этап идет. Мы, кстати, сделали невероятные, рекордные вообще инвестиции вот за этот период небольшой. А впереди у нас еще, дорогие друзья, практически 10, ну не 10, а 8 дней. Действуйте, не останавливайтесь. Вот давайте информацию каждый день. И вам должно быть пофиг, что люди скажут вам, даже особенно родные, близкие, друзья. Дайте им эту информацию, просто дайте, не упустите шанс. Потом, чтобы они вас не обвиняли, что вы им ничего не сказали, и они ничего об этом не знали, а вы промолчали. А вы скажете, я вам говорил, а вы сказали нет. Вы снимете с себя вот это бремя ответственности, донесите, проинформируйте. Помните мой тренинг, да? Информацию, дайте информацию, никуда не зовите, не тащите на такие вебинары, дайте информацию, как можете, дайте. Если вы сами верите в успех, то вы эту свою уверенность передадите своим друзьям, родственникам, знакомым. Всех благодарю, до встречи в воскресенье на вебинарах, общих вебинарах финансовой грамотности. С Магасумом Гузель и Виктором Тарасовым.